ребята, блядь, топ-5 книжек. И вот, собственно, кошка тоже в шоке, как видите. Топ-5 книжек, которые, сука, помогают мне двигаться по жизни. И давайте, ready, steady, go, погнали. Книжки это пиздец. Вы можете читать их на отдыхе. Можете читать где угодно. Но самое главное, запомните поговорку. Один дурак пишет, другой дурак читает, ребята. Это самая главная поговорка. А теперь давайте, собственно, топ-5 книжек, как Никита Шпаковский, там новые свои ролики, которые разрешают там двигаться по жизни, они мотивируют, там и 5-е, 10-е, богатый папа, бедный папа, бомж папа, рыгающий папа и так далее. Давайте, погнали. Я расскажу про свои книжки, которые помогают мне двигаться по жизни. Первая книжка, это Абетка, ребята, запомните, азбука по-русски. Первая книга, супер, number one, вы выучите букву А, букву Б, буква Зю, буква Хузю и так далее и тому подобное. Вторая книга, это просто разрыв, блядь, мозга, нахуй, это колобок, блядь, ебучий колобок, нахуй. И третья, блядь, книга, сука, это ебанись, это целая вселенная, репка, ребята, это третья книга, которую я прочитал, блядь. Четвертая книга, сука, это так просто, блядь, не вспомнишь, но я помню, что там было, блядь, про мышенят, блядь, которые, сука, собирали зернышки и так далее, блядь, курочка ряба и всякая вот такая хуйдрень, блядь. И самое главное, сука, топ, блядь, завершающий, это пятая книга, разрыв пердежной кишки, блядь. И это вот, ребятушки, я вам показываю, блядь, эту книгу, это вот, блядь. Про аквариум, сука, про рыбок, нахуй. Так как я люблю рыбок, блядь, я теперь знаю, что такое гупешка, меченосец, гурами. И 5-е, 10-е, вот, пожалуйста, в иллюстрациях, в картинках, вот в детстве читал, подчеркивал, ребята, подчеркивал каждую рыбку. Вот здесь, видите, макроподики вот здесь сверху плавают. Так что, ребята, да, кстати, небольшой тату тут, дракошки такого, вот, вот, видите. Если вы хотите стать умным, таким, как Никита Шпаковский, и взять в себе в салон, блядь, постелить клеенку и возить дешевле на охуенной машине заказы, как вроде в бомж-такси вы сели, пожалуйста, давайте сделаем это вместе, как он говорит. Давайте читать книги, блядь, развиваться и заниматься всякой хуйней. Пока-пока, подписывайтесь на канал. До новых встреч, ребятушки.